Отраслевой чемпионат профессионального мастерства AgroSkills Урал 2023 прошел в Шенгурлаусском районе. В нем приняли участие студенты технических и профессиональных организаций образования, осваивающие сельскохозяйственные профессии. О целях и задачах чемпионата в следующем сюжете. Сельскохозяйственные профессии были важны во все времена. Агрономы, трактористы-машинисты, селекционеры, растениеводы, ветеринары и другие. От них тоже зависит, насколько сытой будет страна. И в целях популяризации всех этих профессий и привлечения молодежи к ним в районе регулярно проводят такие чемпионаты, во время которых участникам дают различные задания. Наше основное направление и задача – это качественная подготовка специалистов в аграрном секторе. Эти профессии всегда будут востребованными. Желаю успехов нашим коллегам в их подготовке. Мы уверены, что будущие профессионалы своего дела смогут многому научиться и служить стране. В чемпионате приняли участие 8 студентов из колледжей области. Также в рамках мероприятия состоялся круглый стол, на котором говорили об инновациях. Участники также обменялись опытом по совершенствованию материально-технической базы учебных заведений. Такие мероприятия проводятся с целью повышения престижа различных рабочих профессий и чтобы у молодежи вырос к ним интерес. Чемпионаты проводятся в районах, на областном и республиканском уровнях, международные. На этот раз мы проводим чемпионат уже 8-й раз подряд. По итогам чемпионата 3-е место занял студент Шенгурлаусского колледжа Амир Тулиушев. На 2-м месте Жандос Сарсинбаев из Букиординского района. Лучшим в этом соревновании стал студент аграрно-технического колледжа из Акжаикского района Айхан Сарсинбай. Олег Великий, Саид Самигула, телеканал Акжаик.